Есть. Продолжается первая групповая стадия. 125 FPS лиги сентября. Октября. Октября 2014 года. Вот оно что, дорогие мои. И у нас нейтрино против Бейза. Два, так сказать, представителя одной команды. Смотрите, какой подконтроль интересный от Бейза. Ну, давайте начнем смотреть с Бейза. Бейз, конечно, силен. Силен. Ничего не скажешь. Тренится ребята много, и на сайленсе в 2 хп, в 2 хп выживает нейтрино, подконтраливает, обратите внимание, именно выход из телепорта. Услышал наверх. Ой-ой-ой, вот сейчас, мне кажется, немножко ошибся нейтрино, нужно было все-таки выйти в двери. Хорошее попадание, размен по рейлам сейчас выгоден нейтрино. Скоро мега. По второму этажу пытается пройти бейс, не идеально сейчас сделал нейтрино. Если бы попал в другой проем, что ж такое, мега не забралась, следующая 55, то задамажил бы на все 100. Врывается бейс, но... Это такой врыв больше напугать, мне кажется, проконтролить красный. Да можно прям, мне кажется, прыгнуть. А, вот шафтец есть. Шафтец — это опасно. Дожидается нейтрино, пока бейс переключается на шафт. Хорош нейтрино. Подлавливает здесь бейза. Бейс продолжает морозиться на желтом. Под контроль выхода из телепорта. Сверху находится оппонент. Вот сейчас можно было ворваться в средний телепорт и убить Бейза, как мне кажется. Но стек-то у него не может быть 200-200, как у нейтрино. Не попадает здесь нейтрино, ошибается с рейлом. Запрыгивать очень опасно. Сейчас минус нейтрино будет. Ну, это просто чушь вообще. Почему нейтрино так сделал? Минус от Бейза. И сейчас Бейз может очень хорошо встать на контроль. Ну, ошибся, мне кажется, нейтрино. Нужно было заходить в средний телепорт и просто убивать шафта, как бы, один в один. Выходить и минусовать. На 30 хп забирает бейс мегахелс, 4-1 он уже ведет. Шога здесь, опасный момент. Есть там противник. Красавец нейтрино воспользовался секундным буквально окном, когда бейс отошел, чтобы на джампер выйти. Красавски все сделал. Здесь на респе, правда, тоже подловлен был. До шафта нейтрино дотянулся. Это дает возможность побороться здесь за, за мигу. 2 хп. Красавец, но размен, да, по-моему? Да, размен. Размен не очень выгоден. Нейтрино, он отстает. Позиция у него на карте не остается. А он вроде бы только убил Бейза, выбил из него, из-под него контроль. И красный. Ой-ой-ой, зашло там. Зашло жёстенько. И выгодно появился Бейз после того размена у Меги. Он появился рядом с красным. Мега и красный лежат. Не попадает второй рейл, это очень выгодно для нейтрино. Сейчас не стал он рисковать и пытаться атаковать красный. Нельзя сказать, что зря, но... Ой-ой-ой, и неприятный рейлган получает нейтрино. Зеленку бейс пока не забирает. Минус нейтрино здесь, скорее всего, будет, но упустил момент бейс. Чуть-чуть не получилось у него закинуть рокет, но здесь прекрасно ловит в этом длинном проходе. А на красный также, соответственно, и красный будет за бейзом. Остается буквально пара секунд до мегахелса. Хорошее попадание. Не проходит здесь рейлган. На 160, хорошее попадание. Проход поверху, не дотянулся тут бейс. С прыжочком немножко подфейлил. Но у нейтрино было недостаточно хп. Даже на один рейлган у него не хватало. В общем-то, из-за чего он и был заминусован. Попытка подпилить.
Ну и, честно говоря, 9-1, дела у Нитрина плохи. А как он хорошо взял контроль? Как вначале хорошо контролил? Ну, вопрос был в чем? В том, что Бейс отжирался на желтых. У него уже были все пушки, соответственно. Нитрина или нужно было заходить, пытаться забрать рейл. Короче говоря, Нитрина не давил. Нужно было давить, нужно было пытаться оппонента подлавливать. Он пытался сыграть более сейфово, пытался играть от мегахелса с красным, то есть их законтраливать. Ну и, в общем-то, вот результат. GG.